Ивановский текстильщик провел 5-й матч турнира «Олимп» первенства ФНЛ. На выезде красно-черные встретились с Томью. Интересно, что наставник красно-черных Денис Бояринцев, бывший игрок Томи. И хотя текстильщик – дебютант этой лиги, ребята заставили соперников попотеть. Ивановцы достойно выдержали стартовый натиск хозяев и даже умудрились атаковать опаснее. Те игры, которые текстильщик наиграл, там не все просто было и с Химками. Счет так заблуждение вводит, а по игре они, в общем-то, прилично были и с Химками, и в Краснодаре, в общем-то, и стандарты очень серьезные. Поэтому ребят предупреждал, нужно играть быстро, нужно играть агрессивно. Задачу тренера хозяева выполнили. В итоге Томя одержала победу над текстильщиком со счетом 2-1. В составе хозяев дважды отличился полузащитник Павел Кириенко. Логично было, что Томск будет владеть преимуществом определенным. Оно так вылилось в такой необязательный гол в первом тайме. Ну, мы вроде ничего, так ребят настроили в перерыве, что ничего не потеряно. Вышли так, даже где-то так, я считаю, во втором тайме перехватили инициативку, но опять пропустили мяч. Просто, не знаю, игрок один в штрафной площади спокойно принимает и расстреливает наши ворота. Это, конечно, тоже надо будет посмотреть. Ошибки есть, да, ошибки еще есть. Мы так от многих ошибок уходим, но еще остаются вот такие моменты немножко индивидуальные. Пропущенные мячи заставили пересмотреть игру с большими силами. Красно-черные пошли вперед, чтобы уменьшить разрыв в счете. На 70-й минуте Евгений Мариничев забил ворота соперника. Пока смотрим, что такое ФНЛ, пристраиваемся, играем. Что-то получается иногда, что-то не получается. Делаем выводы и идем дальше. Текстильщик уже сыграл с основными лидерами турнирной таблицы. Эти встречи помогли как набить шишек, так и набраться опыта, который необходим для уверенной игры в таком турнире. Задача команды – сохранить прописку в Олимп ФНЛ. Любовь Почерникова, РТВ, Иваново.